Украинская народная сказка «Колосок». Жили-были два мышонка, Круть и Верть. Да, петушок, голосистое горлышко. Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись. А петушок чуть свет поднимался, сперва всех песней будил, а потом принимался за работу. Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле пшеничный колосок. «Круть! Верть!» – позвал петушок. «Глядите, что я нашел!» Прибежали мышата и говорят: «Нужно его обмолотить!» «А кто будет молотить?» – спросил петушок. «Только не я!» – закричал один. «Только не я!» – закричал другой. «Ладно», – сказал петушок, – «я обмолочу». И принялся за работу. А мышата стали играть в лапту. Кончил петушок молотить и крикнул: «Эй, Круть! Эй, Верть! Глядите, сколько я зерна намолотил!» Прибежали мышата и запищали в один голос: «Теперь нужно зерно на мельницу нести, муку намолоть!» «А кто понесет?» – спросил петушок. «Только не я!» – закричал Круть. «Только не я!» – закричал Верть. «Ладно», – сказал петушок, – «я снесу зерно на мельницу». Взвалил себе на плечи мешок и пошел. А мышата тем временем затеяли чехарду, друг через друга прыгают, веселятся. Вернулся петушок с мельницы, опять зовет мышат. «Сюда, Круть! Сюда, Верть! Я муку принес!» Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся. «Ай да петушок! Ай да молодец! Теперь нужно тесто замесить да пироги печь!» «Кто будет месить?» – спросил петушок. А мышата опять свое. «Только не я!» – запищал Круть. «Только не я!» – запищал Верть. Подумал-подумал петушок и говорит: «Видно, мне придется». Замесил он тесто, натаскал дров, натопил печь. А как печь истопилась, посадил в нее пироги. Мышата тоже времени не теряют. Песни поют, пляшут. Испеклись пироги. Петушок их вынул, выложил на стол, а мышата тут как тут, и звать их не пришлось. «Ох, и проголодался я!» – пищит Круть. «Ух, и есть хочется!» – пищит Верть. И за стол сели. А петушок им говорит: «Подождите, подождите, вы мне сперва скажите, кто нашел колосок?» «Ты нашел!» – громко закричали мышата. «А кто колосок обмолотил?» – снова спросил петушок. «Ты обмолотил!» – потише сказали оба. «А кто зерно на мельницу носил?» «Тоже ты!» – совсем тихо ответили Круть и Верть. «А тесто кто месил?» «Дрова носил, печь топил, пироги кто пек?» «Все ты! Все ты!» – чуть слышно пропищали мышата. «А вы что делали?» Что сказать в ответ? И сказать нечего. Стали Круть и Верть вылезать из-за стола, а петушок их не удерживает. Не за что таких лодырей и лентяев пирогами угощать.